Привет, с вами Мистика Лагерь, в общем, лагерь, держись. Рыба. Не смотри на потолок и не смотри, пожалуйста, на стены. Окей. А мне можно. Окей, не буду. Инди, да, в общем, мы продолжаем проходить карты. Эта карта будет называться, я не знаю, как она будет называться. Чувак! Отдай, пожалуйста, мои вещи. Стой. Я тебе дам одну вещь, да? И ты прочитаешь второе ее слово, и это ты, окей? И что? Ты второе слово этой рыбы. Клоун? Ой, шутник! Шутник! Рыбы по морде. Вещи будут потом, мне сказать. Что ты такой злой? Вещи будут потом. Так, стоп. Привет, Мистика Лагерь, привет, табличка. Слушай, что-то с нами все чаще и чаще таблички разговаривают, да? Это моя первая карта, так что не следите строго, но, блин, по спауну уже кажется, что она будет нормальная, да? Блоки, стекло тоже. И знаешь, что нужно? Нужно засечь время, потому что что-то мне подсказывает, что она будет большой. Мне интересно, насколько она будет большой. Чувак. А. Это Тинти все оградили, мне сказали, стекло не ломать. Название карты Майнкрафт по-новому. А может, так и назовем, да, лагерь? Давай. Майнкрафт по-новому. Чувак, все, я забил это название. Почему мне сказали стекло? Правило находится в сундуке. Ты забрал правила, да? Играть 1-7-2, очки. Очки это рыба, рыба-клоун. Создатель карты Black Necrown. Удачи, спасибо. Лагерь, да. Правила. Я тебе дал. Говнюк, отдай рыбу. Лень наглый. Теперь я выиграю по очкам. Found point. И ты тоже нажмакай на кнопку. Очки давать мистику, видишь, написано? На. О. Дай сюда. Очки. Я думал, тебе очки. Знаешь, такие очки большие, знаешь, такие круглые. Дай сюда очки. Дай рыбу клоуну сюда. Нет, ну пожалуйста, ты сам как клоун. Я тогда открою дверь. Ах ты нагло, у меня кнопка была, брат. О, блин. Ого. Чувак. Мне кажется, или эта карта... Это я. А ты смотри. Ладно, лагерь, ты, короче, там пока спасайся, я пока пособираюсь. Спасибо тебе большое. Умеешь поддержать трудную минуту. Ага. Спаси меня. Не хотел мне отдавать эти... Ой, спаси меня. Да подожди, мне самому нужно спастись. Лагерь. Да. Лагерь, волосатые ноги. Да. Волосатые... Ну, это этот... Ах ты, говнюк. Твоя очередь спасаться. Привет. Иди нафиг, не телепортируйся ко мне. А, так вот, как тут нужно было. Я не могу неправильно сделать. Спаунпоинт, отлично. Теперь, если мы сдохнем, мы будем здесь. Стоп, нужно знать, что написать? Я сложал все твои очки, понял? Дификулт. Смотри, смотри. Какой дификулт? Смотри, что, смотри, что, смотри. Что? Я сложал все твои очки, понял? Да? Ах ты. Так. Кто меня бьет? Чувак, спасай! Очки! Какие очки? Тут пауки меня бьют, слышишь? Очки не, ему. Уж никакие, не надо, не надо. Стоп, подожди, нужно поставить, чтобы этот... у нас вещи не пропадали, я забыл, это что? Это? А, это Game Rule. Keep in the retro. Не, это Game Rule. Keep... Хрена я спортсмен! Инвентарь. Ух! Нет, нет, за что? Что у тебя там такое? Я был наверху! Удача была так близко! У тебя какой-то очень сейчас странный был голос. Я, кстати, тоже наверху. Опа! Ты к сундуку уже подходил? Nope. Я заметил. Возьми меня с собой, пожалуйста, забери меня с собой. Рак. Уверен? Просто рак, иди нахрен. Ой, рачина. Ой, блин. Фух. Лагер. Один да. ХП. Я слышал взрыв этого, как там, крипера. Это не я. Фак. Давай ты это там пойдешь, и я подожду. Что? Тихо. Упс, что ты сделал? Что ты сделал? Я? Ура, лагерь, нас тпшнули чуть ли не в конец карты, дай 5! Дай 5! Ладно, я рыбу сажу. Мы быстро прошли карту, эй, одну отдай. А где, подожди, мы возьмем его голову? Чё-то я не понял, у нас ни лутом не снарядили. А вот три головы? Чувак, где лут, я не знаю. Ой, не надо третью сиську. Заберись. Так, отлично, фирменный визор. А, нет, стоп. Это у нас будет визард из Таиланда. Отойди. Чувак, что за наркомания? Это визард из Таиланда. Что за... Там у многих девушек есть. Это девушка? Ой. Что-то, и прям сюда, стоп, прям сюда, да? Этот блок здесь не должен быть, да? Да я все нырю. И мне интересно, а чем мы будем его убивать? Я рыбу собрался.
Она ж клоун! Я, конечно, его возрождаю, но... Бежим! Иди нахрен, это мое место! Нахрен отсюда иди! Ёпа, давай стой на месте. Тихо. Я рыбку ем. Ой, я ем золотое яблоко. Пинай его. Ух ты ж, господи. Какой пинай? Он дверь вынес. Я заметил, чувак, прикинь. А, мать его, дверь вынес. Давай быстрее, у нас поглощение пока и огнестойкость. У кого-то есть кто-то. Спасай, я не умираю, прикинь, я не умираю, спасай. А у меня нету ни хрена. Я тебя выйти боюсь. Да бей его рукой, блин, я вообще яблоком его уже бью. Ну вот. Знаешь, что мне подсказывает? Скорее всего, это какой-нибудь моб наступил на этот, на плиту. И нас сюда тпшнуло. Да. По-моему, ты мне не помогаешь, да? По-моему, у меня 2 хп. Так, я, а ты не хочешь яблоко там золотое сожрать, на? Ну, дал бы сначала. А у тебя его нет, да? Нету. Вот она, забираю больше. А, ну ок, какой ты добрый щедрый. О, привет. Он мне подкинул. Да, такая же хуйня была, чувак. Лагерь бей. Лагерь бей. По-моему, его просто, блин. По-моему, что-то мне подсказывает, что мы его так будем долго кинать. Тяааа, кого бейте? Давай! Хрена, чувак, хрена! Давай, бейся! Убейся об стену! Тяааа, я хочу домой! Блин, чувак, я дома. Что делать? Вообще паника дикая. О, господи, я ж умираю, господи. Смотришь, как лоб, чувак. Все, что-то я... Я думал, ты это так все просто жмакаешь. А нет, на самом деле, пинай! Надо прыгать! Знаешь, что можно сделать, в принципе? Что? И, конечно, лагерь не обессудь, но у меня будет меч. Охренел! Хотя бы железный. Доставай мне тогда да, еще ладно, один. И тебе меч. Доставай мне еще одну болдыгу. Давай быстрее доставай, где болдыга? Просто мы так его будем очень долго пинать. Где болдыга, чувак? Где железная болдыга? Он умирает. А он умирает, а он мне умирает. Мне не дал болдыгу. Ты, главное, не меня пинай, а его, хорошо? Ты говори. Ну, тут по очереди. По очереди? Жить тебе не нравится, что ли? Нет. Убейте, сволочь. Давай. Все, половина осталась, лагерь, ну. А, я умираю! Он уже опускается, он опускается. Все, допинывай его, давай. По одной башке, по другой башке, давай. Тут уже можно допинуть. Тут ни одна башка не осталась зеленой. Ладно, окей. Давай, собрался тряпка. Может, кусай его за хвост, слышишь? Как готовы, почти, чувак, почти. Только он тут какой-то более горячий, что ли. Давай. Чувак, все. Ну! Где он? Сволочь. Я думал, он исчез. По-моему, он не очень хочет умирать. Чуть-чуть так умирает, чуть-чуть. Что? Он тут взорвал сундук и все взорвал. А куда кнопку нужно поставить? Сюда. О, сюда. Окей, продолжай проходить карту. Окей. Ладно. Почему бы и нет, собственно, да? Кстати, у него, походу, пробел сломался. Он у меня иногда не нажимается, прикинь. Не, я свой вроде сейчас натренировал. О, все. Я, кстати, допрыгал. Та-дам! Спаунпоинт! А это что? Что за... Срубите полностью дерево и кликните по командному блоку. Я думал, это текстуры не прогрузились. А тут, оказывается, нету блоков. Ты упал? Нет, почти. Блин, вот так, ну все, срубили мы его. Ух ты ж, господи, лагерь, что ты делаешь? Я дал нам командный блок. Так, командный блок. Сейчас, по-моему, ты будешь по дереву подниматься наверх. Нет командного блока, чувак. Ща найдем. Где он? О, господи, я не могу смотреть вниз, лагерь. Чувак, не смотри вниз. Мне немножко страшно. Не смотри вниз. О! Не смотри вниз! Не, давай так чуть-чуть на вон один блок. Вон командный блок, чувак. Сделаем. Что ты делаешь? Я копаю. Вон командный блок. Где? Вон в воздухе висит. Где? Вон. А, вон. Это так вот так вот нужно что ли сделать? Вот так ага. Вот так вот. А тогда собирать нужно еще землю. Думаешь, дерева не хватит? Ты столько дерева срубил, чувак, обработай его. 25 штук всего. Обработай его. Обработал за 25 обработанного. Да? Да. А, ну все очень плохо. Очень плохо. Я тоже так считаю. Нет, песочек упал. Как ты песочек собирался ставить? Он же будет падать. Смотрю на тебя, как на... Как на мистика. Ой, а куда я иду? Я правильно иду? Давай, чуть-чуть. Не упади только, давай. Работай. Нам, по идее, должно хватить и этого дерева просто, потому что нужно туда прыгнуть.
Ладно. Я думал, я падаю, чувак, я так опасен. А это что? Точка восстановления, восстановления. Я думал, я сейчас упаду. Мы опять прыгаем в лагерь. Слушай, мы набираем свою прежнюю форму, но мы научились прыгать. Ладно, не научились. Кому я вру? Ну, кто научился, а кто нет. Так, вы прошли мою карту. О, чувак! Карту позорай. Дай пять! Дай пять! Давай, Польша, давай, убийся, дай пять! Давай! Дай, какой ты симпатичный, когда дашь пять, что? Стой! Инти и у, господи. Что я сделал? Чувак! Бабах. Кнопка бабах. Сейчас будет бабах, чувак. Иди нахрен, я хочу посмотреть бабах. Ой, бабах! Чувак, тебя разорвало! Я взорвался! Меня тоже разорвало! А крипа, крипа, крипа. Пойду сам его взорву. По-моему, ты чувак не взорвался. О, а тут смотри, тут еще есть эти кнопки. Тут ты должен был отдельно взорваться, чувак. А я тогда взорву этого чувака. Создателя карты. Реально ты должен был отдельно взорваться. Чувак. Давай взрывай его, а я взорву крипа. У него голова взорвалась! Он лопнул, пузырь! Обалдеть! Обалдеть! Просто а, обалдеть. Это тупо ставится сверху этот блок. Да, ух да, ты да. Ж, господи. Салют, ни хрена себе! Чувак, вот это салют! Ты бы видел, это жесть! Хрест, ты жесть! Что ты там, зомби внизу умер? Что-то мистика разорвало. Сколько тут динамита было? Отлично, чем больше, тем лучше, чувак. По-моему, это атомная бомба была. Просто... Ну, кстати, эта карта не такая уж и маленькая оказалась, да? Да, а если у нас еще и не ТП-шнул, мы бы еще дольше бы мудохали, если бы получилось бы даже, может, 15 минут. Чувак. Так что да, вот делайте подобные карты, какие-нибудь прикольные, так что всем спасибо за просмотр, с вами был Мистик Лагерь. 5 минут, чувак. Лагерь что-то хочет, я должен к нему ТП-шниться. А, он сам ко мне ТП-шнится. Иди сюда. А, что такое? Ко мне ТП-шнись. Я так возле тебя. Да? Что это такое? Да, я под тобой. Нет, я, короче, по-моему, не прогнулся. Ну что за стеклянная сфера, чувак? Ты на воздухе, если что. Ну, короче, меня сейчас походу выкинет. Ну, тут такая стеклянная сфера, вот круглая такая. Сейчас почему-то ночью. Я вижу, но... сейчас я в нее зайду, подожди. Нажми туда, тыкни. Я зашел в нее, а что там тыкать? Там кнопка внутри. Ну и... У нас ТП шло наверх. Окей, взрывай все нахрен. Нахрен все взрывай. Все, и так все взорвало. Так что всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.